Любит? Не любит. Плюнет? Поцелует? Поцелует? Ладно. Любит? Привет, привет, привет. Привет. Я не ждала вас так рано. Ну, прости, что потревожили. А чем это ты занимаешься? Это у меня творческое задание от Рии Анатольевны. Пойдемте, я вам расскажу. Нет, спасибо, нам не интересно. Поверьте, вам интересно. Пойдем, Сонь. Кажется, у Маши очень интересное задание. Что это? Кирилл? Опа! Девушки гадают на любовь на ромашках. В меня влюбилась девушка? Интересно, кто это? Только я вас сразу предупреждаю, без истерик. Но у нас напал сильноголовый снова. Ой, мамочки. Я же просила без истерик. Никто на нас не напал. А что случилось? Мне кажется... Нет, я подозреваю... Нет, нет. Маша, я на грани. Возможно, я люблю Кирилла. Лучше бы на нас напал сиреноголовый. Не смешно. Я мучаюсь вообще-то. А что ты от нас-то хочешь? Что вы тут столпились, как стадо барана? Ну-ка, живо, в класс, в класс. Да-да, сейчас мы тут это, готовим вам сюрприз. Сюрприз? Ну да, вы же задали нам пьесу прочитать. Мы ее исполним в ролях. В ролях? Как интересно. Ну ладно, готовьтесь, конечно, готовьтесь. Короче, я должна понять, что чувствую. Смотрю на него, вроде люблю. Отвернусь, а может и нет. Класс! То есть ты сама не знаешь, чего хочешь, а мы-то чем тут можем помочь? Я уже придумала. Мне просто нужно его поцеловать. Все сразу станет понятно. Поцелуй не врет. Ну так иди и целуй. Мы-то тут каким боком? Блин, да не могу его поцеловать с бухты-барахты. Нужен повод. Ну, давай в бутылочку ему предложим поиграть. Это тупо. Кроме него других парней нет. Тогда давай я с ним поспорю. Типа, если он тебя поцелует, то с меня шоколадка. А вот это уже мысль. Только ты это как-то завуалируй, что ли. Ладно, надеюсь, что тебя просто маршрутки стряхнуло с утра, никакой любви нет. Я тоже надеюсь. Девчонки, видали, что у меня есть? Кажется, у меня появилась новая поклонница. А что, у тебя старая была? А спорим, ты не поцелуешь Машу? Она же просила не в лоб. Ксюша! Как тебе в голову такое пришло? Что за глупости? Не буду я целоваться с Кириллом. О, да я просто подумала, что у Кирилла скоро появится новая девушка, а он последний раз целовался в прошлом году. Ничего не в прошлом году, совсем недавно. Кирилл, помидоры не считаются. Это была девушка, а не помидоры. А ты докажи, а то по школе слухи ходят, что ты целоваться не умеешь. Ну кому что докажет поцелуй с Машей? Она и так знает, что я умею целоваться. А мы на видео запишем и в сеть выложим. Ага, чтобы моя поклонница подумала, что я не свободен? Не, спасибо, не надо. А за шоколадку? Девочки, мой поцелуй стоит дороже. Видели такое? Поцелуй его стоит дороже шоколадки. Забей, у меня уже есть новый план. Погнали к анакондовне. Ирина Анатольевна, мы к вам. Девочки, что, сюрприз уже готов? Можно идти смотреть, да? Почти. У нас есть проблемка. Кирилл не хочет участвовать в постановке пьесы.
Подождите, как это не хочет? Ну, это же для меня сюрприз. Для вас? Но он говорит, не хочу, не буду. Кто его вообще спрашивает? Надо заставить. Конечно, надо. Так, где он? Мы думаем, он в буфет пошел. Думаете, сработает? Надеюсь. Тогда этот спектакль наконец-то закончится. Все, воспитательная работа проведена. Актер готов к работе. Могли бы просто попросить. Вы нормальные? Вы нафига меня перед анакондовной подставили? Что за спектакль? Что за сюрприз? Обычный спектакль. Ромео и Джульетта. Ты Ромео, Маша и Джульетта. Что непонятного? Капец. Что делать надо? Стой здесь. А Маша у нас на балконе. Ух ты! Ну, Ромео не нужны телефоны, а Маша у нас на балконе. Готово. Угу. Что там у меня по тексту? Говори. О, прекрасная Джульетта, я тебя люблю, жить без тебя не могу. О, прекрасная Джульетта, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Спустись с балкона, я тебя поцелую. А Джульетта мне ничего не отвечает? Маш, кивни ему. А теперь, Кирилл, Джульетта, спустись с балкона, я тебя поцелую. Джульетта спускается, и Ромео и Джульетта целуются. Чё-то у вас Шекспир вообще не в рифму. А с каких пор ты у нас специалист по Шекспиру? Сказано тебе, Джульетта спускается, Ромео целует. Да не, это подстава какая-то, ни с кем я целоваться не буду. Пусть она кондовно двойку ставит. Маш, может, ну его, видишь же, ничего не получается. И что ты мне прикажешь делать? До конца своих дней мучиться, люблю я его или нет? Эй! Если вы там задумали новую подставу, то знаете, я не поведусь. Ну что, вы готовы? Просто до конца урока всего 5 минут, а мне так хочется увидеть мой сюрприз. Блин. Да, конечно. Садитесь, Ирина Анатольевна. Ау, Ромео, где же ты? Ромео! О, прекрасная Джульетта, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Отвали, я не буду в этом участвовать. Ау, Ромео, приди ко мне, мой возлюбленный. Эх, не пришел. Браво! Это великолепно! Невероятно! Я не поняла, это что, все? Ну да. Как вам наша авторская версия сцены из Ромео и Джульетты? Да вы издеваетесь! Я вам всем поставлю прогулы! Вы что, меня совсем за идиотку считаете? Кирилл не захотел участвовать. Ну класс! Придумали какую-то муть, а теперь меня еще и виноватым делаете. До свидос! Стой! Ура! Что происходит вообще? Кажется, я снова люблю Машу. О, нет.